Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Компания Hyundai объявила о масштабной отзывной кампании в России. Она распространяется почти на 50 тысяч моделей Elantra, выпущенных с лета 2005 года по конец весны 2011. ВИН-коды опубликованы на сайте Росстандарта. Причина довольно существенная – вероятность короткого замыкания в модуле ABS и системе динамической стабилизации. В сервисных центрах на автомобиле установят дополнительные реле. Трасса 101. 85% автоаварий в нашей стране происходят из-за невнимательности водителей, об этом заявили в Роскачестве. По мнению сотрудников ведомства, большинство ДТП удалось бы избежать, если бы машины в обязательном порядке оснащались системой предупреждения о возможном столкновении. В общем, это посыл в сторону властей, кому как не им принимать решение о внедрении новых технологий в автомобильной промышленности. Все это, разумеется, приведет к подорожанию авто. Трасса 101. Лобовое ДТП на трассе обычно ведет к жутким последствиям, однако не менее опасны столкновения автомобилей, движущихся в попутном направлении. Более того, таких аварий с летальным исходом большинство. Об этом говорится в отчете компании «Автодор», оператора платных дорог. По ее данным, чаще всего к столкновениям транспортных средств, которые движутся в одном направлении, приводят несоблюдение дистанции, превышение скорости и внезапные перестроения. Трасса 101. В июле Госдума может принять закон, позволяющий бесплатно находиться на платной парковке в течение 10 минут. Этого времени, по мнению законотворцев, должно хватить для посадки-высадки пассажиров, выгрузки-загрузки вещей с последующим выездом за пределы стоянки. В случае одобрения инициативы она будет действовать на территории всей страны. В Москве сейчас, например, на платной парковке плата не взимается первые 5 минут. Трасса 101. В первой половине этого года новые легковые автомобили в России подорожали в среднем на величину от 3 до 7%. Средняя стоимость новой легковушки зафиксировалась в районе 1 миллиона 600 тысяч рублей. Например, модели Hyundai подросли в цене на 5%, Mitsubishi на 3,5%, Toyota на 2-2,5%, Mercedes-Benz на 3-4%. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.